Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления от Toyota RAV4 2022 год. Наша задача — убрать активные жалюзи радиатора. Машина американец. На американцах активные жалюзи стоят, на европейцах их нет. Подсоединяться мы будем по хелпу от PCM флешера. Работать будем 74-м модулем, это уже Generation 3. Вот мы подсоединили его. Сейчас покажу help, по которому подсоединялись. Прочитаем файл. Внутри уже стоит процессор Renesas. Уже новейшие процессоры. И с этими блоками надо работать очень аккуратно, потому что если неправильно поправить маску ошибок или комплектацию, блок может лечь. Так что очень внимательно, мы делаем Generation 3 блоки, если что, можете обращаться за прошивками на эти блоки. Открываем help к 74-му модулю. Help лежит свободно на сайте PCM Flash в режиме загрузки. Так что можете свободно загрузить. Здесь есть распиновка дизель и бензин. У нас бензин. 2,5 литра. Вот он наш блок. Вот именно по этой схеме мы и подключались. Теперь открываем PCM Flash. Выбираем модуль 74 Toyota RAV4 2,5 литра. Протокол P5 UDS. Нажимаем управление питанием на столе. Делаем идентификацию. На машине идентификация делается быстрее, потому что там идет через бодик, через гейтвей. Здесь идентификация очень долго. Нам главное знать идентификатор самой прошивки. Вот можно не дожидаться, а просто нажать отмена. Вот он показал вам идентификатор. Вот он. Этого в принципе достаточно. Тип он показал правильно выбран. Давайте теперь нажмем чтение. Читает достаточно быстро. Вот он здесь нам показывает, какой стоит процессор. Renesas. 4 мегабайта памяти в нем. Сейчас мы его прочитаем, модифицируем файл и зальем обратно в блок с пересчетом контрольных сумм. Завершено успешно. Сохраняем наш файл на рабочий стол. Контрольные суммы корректны. Итак, файл мы прочитали и уже модифицировали другой без активных жалюзей. Вот он у нас. Работать с этими блоками надо очень аккуратно и внимательно, потому что при неправильном модифицировании прошивки блок может лечь. То есть это очень опасно — работать с этими блоками. Так что модификация должна быть знающими людьми. Если что, обращайтесь за модифицированными прошивками Toyota Generation 3. Все без проблем сделаем. Итак, вот наш файл AGS OFF. И мы его сейчас будем записывать. Выбираем этот файл и нажимаем запись. Контрольные суммы исправлены. Продолжить. Пишем «Да, продолжить».
Запись завершена успешно. Сегодня мы с вами делали блок управления двигателя от Toyota RAV4 2022 года. Это Generation 3 на процессоре Renesas. Вот такой вот блок. Убирали активные жалюзи радиатора. Модифицированные файлы заливали в него. Надо быть аккуратней с модификацией этих блоков, потому что если блок ляжет, его уже не поднять. Мы делаем файлы для Generation 3 без проблем, можете обращаться. Всем всего самого наилучшего, много интересной работы, много хороших клиентов, а самое главное, крепкого здоровья.